Не знаю, конечно, насколько высокий шанс у меня тут пройти в одиночку. Я, похоже, первым сейчас после обновления сюда иду. Так, ну-ка, давай-ка мы вас вот так вот перевернем. А то вы что-то все как-то... Сиджик сегодня прошел соло. А Сиджик сегодня уже был? Ага, ясно тогда. Ну, Сиджик-то и до этого тут был. Поэтому он где тут... Привет, как салам, сколько где, у тебя памяти? Где ныкаться знает... Алекс, привет. Как, сейчас вот сейчас и узнаем, как я тут. Сам я тут или не сам. Памяти оперативки. 16 у меня оперативки. А на видео 6 гигов. Ой, блядь. Ё-моё, блядь. Где вы кто? Не устраивает качество картинки на YouTube Петрова. А вот здесь как тебе линк. Чего, блядь? Ты чё, тушканчик? Шланг дырявый. Ты не охуел ли, блядь? Я в него попал, реально, прямое попадание было. У меня тоже 16+3 ложится равно. Стрим ложится. Так ты посмотри у себя в ОБС, какие эти настройки прописаны. Так, это первая волна, получается, была. Надо в ОБС просто посмотреть, что у тебя там. Битрейт какой прописанный, и все. Первая. Хрена себе. Тушканчики на первой волне. А что ж меня теперь... А что ж меня потом... Ну, хотя я тут косячнул, ребят. Здесь, получается, правильно по тактике надо бежать вот сюда. Вот. И здесь... Да, вот так запрыгиваешь. 25 тысяч. Ну, тебе надо уменьшать. Тебе битрейт надо понижать. Тысяч до 15 попробуй понизить. И посмотреть, что будет. Короче, бежишь вот сюда, запрыгиваешь. И здесь отстреливаешь. Это первая волна. Вторая волна. А вторая волна. Хер пойми, где она. Из воды, может, постреляем. Если, сука, не помрем. Поддержать стримера по-дружески можно, тут линк. О, что за данж, что тут? В смысле? Это Алькатрас. Чё тут? Полный звездец тут, чё тут? Сейчас иногда смотри назад, не только вперед. Ну и звук смыл.
чуть кирпичи не сделал от звука. Да это Тарк. Шушучка. Вот я когда тогда этот звук услышал. А, тут на 200 надо стрелять. Добро пожаловать на канал. Располагайся поудобней, наливай кофеок, влупи лайк и подпишись по-братски. А, мне пришла габелла, а еще и назад смотреть. Блин, еще и назад смотреть. Капец. Фу. Так, давай, ну, тут, в принципе, на дальняк отстреляли, они меня не успели срисовать. Тарк тут, конечно, ревет прям, будь здоров. Иван Петров, блядь. Ревущая, сука, там, как реактивный самолет. А, ну тут, в принципе, страта какая. Забегаешь вот сюда за угол, и тактика мокрые ноги работает. Ага. Я сейчас, ребятки, рассказываю тактику прохождения. Короче, ломишься за угол вот сюда в воду, они в воду не заходят. Можно вот сюда подальше, если боишься, короче. И здесь просто тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Всех чирикаешь. Вот. Сейчас давай мы тут глянем. Чё? Так, а здесь... А, вон ворота туда. Там вышка, вышка. А, стена высокая, не запрыгнуть. Вон там, там, там. Там нигде не запрыгнуть, короче, получается. Ну, здесь не должно быть. Они должны вон где-то там, вон, короче, быть. Там отстрятина, следующая волна. Не на близняке, не на ближнем, а на дальнем. На дальней позиции должны быть. Так, а сюда, если нельзя запрыгнуть. Сюда тоже. А, не, ну тут можно, в принципе, так зайти, если... А сюда не запрыгивает. Ну тут достанут. Ой-ой-ой, ты... Ты зря, кстати, сейчас стаминку-то всю потратил. Давай ворота закроем. На случай, если вдруг... Со спины кто-то побежит. Блин, а если тут свалишься, то... А, ну, в принципе, вон там я могу выплыть на берег, если я тут вдруг в воду свалюсь. Ну, не то, что в воду свалюсь. Вы ж не думаете, что я в воду свалюсь, а просто так. Ой, блядь. Так, тут не жмись на патроны, жизнь, блядь, твоя на кону.
Блин, я не люблю снайперские прицелы, потому что обзора нету ни хера, блин. Ху-ху-ху. Так, это получается третья волна. Так, перезаряжаем. Надо, чтобы магазинчик был фуловый. Я он улетел. Грининг пачи. Вот тушканы это самое... Это прям мерзопакостная тварина, тушканы. Согласитесь, да? Тушканы это просто мерзопакостная сволота. Которая... Пиздец, сколько? 67 патронов у меня еще есть. А Венька не падает с этого. Не, ну тут, в принципе, вот до сюда, да, бежишь прям вот так вот на пролом. Сюда, короче, оп. И это... Поднимаешься сюда. Так, дальше. Это три точки. Чё там у тебя упало? А, ну тут, в принципе, вот здесь есть еще... А, ну здесь, наверное, вряд ли получится, потому что здесь скалы, они... На скалы будут залазить. Здесь достану тебя руками. Так, здесь у нас получается ты-ты-ты. Теперь вот суты. Ты-ты-ты, теперь вот суты. А вот здесь уже херово, потому что здесь... А. Так, это за бубень. Незапрыгиваемая, да? Получается. Не с одной стороны. Отстой. Так. Ну-ка, стоп. Давай вот здесь мы сделаем открывашку. Открывашку. Это сейчас вон там будет в конце снова триггер. Здорово, скат. Триггер где-то вон там будет. И а, ну тут в принципе вышка есть. И тебе привет, скат, подчеркивание 1980, подчеркивание. Здесь что самое интересное, видишь, когда мобы загружаются, подгрузки нету, и непонятно, что мобы прогрузились. Так, ну вон там, в принципе, можно вон на тот сарай. Вот это мне конструкция знакома уже. А если что, можно вот на тот сарайчик запрыгивать. Отстреливаться. А... Так, ну они чуть подальше сейчас триггернутся. А... В принципе, сейчас мы тогда... А петушок? Это что такое? Так, это вояки. Все, триггернулись. Let's go.
Блять, этот не пробивается все равно. Мудач звон. Кровосос просто читер. Да он, видишь, в инвизе. Он в инвизе, не хочет выходить. Фу. Так, это какая волна уже по счету у нас? Четвертая идет. Не, ну в принципе тут они сделаны довольно это. Довольно хорошо сделаны волны. Ну, как бы... Блин, на этих блоках, наверное, надо было, конечно, Биовульф брать. Ну, ладно, хер с ним. Сейчас это первая проходка. Просто смотрим, кто здесь и что здесь. А так-то да, надо на этих было Биовульф брать. Ёптыть, сколько тут тарков, крысоволков. Прочей всякой хероборы. А, появились. Блять, закрой ворота, дурень. Ворота закрой. Так, ну я так и предполагал, что вон там появится еще одна волна. Но тут уже Гаусс однозначно. Тут больше не с чего нам работать. Только как... И там я видел в инвизе несколько кровососов было. Так, это слоупок, которого мы Саша будем забирать. Где ты там? Где там кто скочит, блядь? Так, или там не было инвизеров? А тут вообще как бы респавн по данжу, откат какой-то есть? Нет, сколько тут составляет время переспавна этих тварей? Откат 1.5 часа. А. У меня осталось один магаз на 50. Если что, короче, на обратном пути вот этих всех порежем, красавчиков, красавиц. Громилы. А в громилах что-то лежит? Не, их резать только голову. Опа, огненная сучка.
твою ж медь, блядь. Блядь, еще триггер появился. Чё за ёб твою ж медь, блядь, не понимаю. Еще один триггер. Почему я так не думаю? Все, походу мне пизда. Блядь, а он ничего, неубиваемый что ли этот... Полтергейст этот, блядь, огненный. Пиздец какой-то. Ему прямо в ядро целить надо. А, прям в ядро? Ну, ясно. Так, ладно, сейчас мы тогда... У нас кровушка-то есть, в принципе, кровушки залить. А, давай, давай. Там, походу, по-пионерски надо. Ну, не знаю. У меня он огонь, блядь, меня вокруг окружает просто. А, я даже не знаю, что я. Сейчас оклемаюсь, посмотрю, сколько у меня здоровья. Сколько чего у меня тут есть. Если оклемаюсь, конечно. А, все, я не выйду из унки, ребят. Когда начал убегать, активировал триггер, который пропустил изначально. Поэтому их столько там. То есть я еще... А, так это получается... Последний триггерсы. А я из унки не выйду сейчас. Он меня, видишь, сразу в унку кидает. Получается, последняя волна осталась. Блять, их хуёво, что из унки выйти не могу. Последнюю ты зачистил, а предпоследнюю пропустил. Да. Все, у меня уже кровь заканчивается. А, все, я погиб. Я не могу.
Они, прикинь, они надо мной, походу, до сих пор там это летают. А, не-не, да, они, да, кстати, сместились. Не-не, они сместились. Я же здесь на этом, на гараже откис. А, вон бюрер. Присоединяйся к игровому сообществу PP-Link. Че, может, с дальника попробуем этих уработать? Ой, ебать, красавчик. Ну там, если в них арты лежат, ты себе забирай тогда. В этих. Да не, бери все. Да не, это тебе за помощь. Это ж не просто так. В дальнем дворике в тюрьме ящик не забудь. А я сейчас за ним побегу. А кто у нас тут еще шарахается? Блять, это сильно поврежденное. О, блять! А мне ботинки уничтожили, ё-моё. Капец, мне ботинки уничтожили, твари эти. Сука. А, кровь уже нельзя, нельзя кровь, кровь нельзя. Блять, о чем мне... А, ну в шлепках тогда побежим, чё? Чё тогда нам... Что тогда? Так, и Ашанти берем. Я тебе дам. А, у тебя есть ботинки? Ну, отлично. Да не-не, есть буты, сейчас скину. Ботинки, ботинки вот здесь вот есть. Ботинки, а, там вот здесь есть? Вот есть. А, ща тогда да. Лутану там тогда, Сиджик. А чё, вот так-то в этих... А, ну да, я ж тут заглядывал, тут эти. Ох... Чё? Так, Аша, теперь ставим сюда. А, так, на двойке у нас чё, кувалда стояла. Чё, пойдем? Пойдем дальше пытаться. Чё у нас тут? Уже темнеть начинает просто, да, у нас? А там эта солдатня просто шарахается. О, нихера себе. Вон, бери это, бери себе вот тут артефакты. Сиджик, братан. Полтер, полтер, полтер. Блять, и сейчас это... Гаус. Все, убили. Найс, молодчик. Парни, берите, берите арты с них. Артефакты, берите, занебирайте. Я стимуляторы только заберу, а вы арты забирайте. Ну, помогаете же, елки-палки. Блин, я думал, мы троих. А чё, получается, здесь 4 было этих, что ли? В
Мод на ремешки для пушек топ. Хоть пухи, как антенны, не торчат с плечей. Да то, что они с плечей не торчат, меня как бы это сильно и не беспокоило. Один 100% там должен быть, остальные как повезет. А, один точно. А на остальных как повезет. Ну, а у аннигилятора, по-моему, скорострельность просто выше. Ну, что у нас тут? Что тут за ящик? Это вот... Вот это, что ли, штука, ящик? Открыть. Это что такое? ММПА, БА? Что это такое? Что это за ММ... Какая-то ММПА, БА? А Мишку? Мишку нельзя забрать, да? Черт. Так. Все. Все, я там забрал.